Горбуша по этому рецепту получается необыкновенно нежная, сочная и вкусная. Если хотите порадовать домочадцев чем-то одновременно и особенным, и простым, тогда это блюдо точно для вас. Приготовить горбушу в сметане на сковороде очень просто и достаточно быстро, а получается вкуснейшее яство, которое придется по вкусу всем. Блюдо питательное, полезное, нежное и сочное. Уберите из ингредиентов черный молотый перец и смело готовьте эту рыбку даже для детей. Гарнир можно подать любой, подойдут свежие или приготовленные овощи на пару, картофель, рис или макароны. Сметану можно заменить на сливки, но в таком случае воду из ингредиентов исключайте. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Подготовьте все ингредиенты. Горбушу почистите от чешуи, удалите внутренности, отрежьте голову, хвост и срежьте плавники, промойте, обсушите и нарежьте рыбу на порционные кусочки. Натрите каждый кусочек солью и перцем, обваляйте со всех сторон в мяуке. Лук нарежьте перьями и обжарьте на сковороде до готовности. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Переложите пока лук на тарелку, а на этой же сковороде обжарьте кусочки рыбы. Обжаривать рыбу необходимо с двух сторон на сильном огне, чтобы образовалась хрустящая корочка, которая запечатает все соки внутри. Верните на сковороду обжаренный лук. Соедините сметану, воду, муку, соль, перец, хорошо перемешайте и залейте рыбу получившейся сметанной заливкой, накройте сковороду крышкой, доведите до кипения, убавьте огонь до минимального и тушите все около 15-20 минут. Горбуша в сметане на сковороде готова, раскладываем рыбу по тарелкам, поливаем получившимся сметанным соусом и подаем к столу, очень нежно, сочно и вкусно. Приятного аппетита! Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Теперь о составе нашего блюда. Горбуша 1 кг, лук 2 штуки, сметана 200 г, вода 300 мл, мука 1 столовая ложка, растительное масло 2 столовые ложки, соль по вкусу, перец черный молотый по вкусу, количество порций 6-8. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Всем приятного аппетита, жду вас снова.